Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні ми поговоримо про величезні досягнення одеських каратісток на других європейських іграх у Мінську, які нещодавно закінчилися. Сьогодні в нашій студії срібна призерка європейських ігор Анжеліка Терлюга. Анжеліка, вітаємо з цим досягненням. Дякуємо за те, що прийшла до нас та принесла цю медаль. Знаємо, яка вона важка і як важко вона далася, і яка вона на вагу також важка. Також у нашій студії сьогодні почесний президент Одеської обласної федерації карате Юрій Бузько. Вітаємо Юрія Івановича. Анжеліка, ну, по-перше, які емоції залишилися, вже можна так трошки проаналізувати сам виступ і фінал, і усю підготовку, яка дуже була складною через травми, які були напередодні європейських ігор. Як взагалі налаштовувалося і як вважаєш, чи вдалося показати максимальний результат? Мне кажется, что на этом турнире больше можно сказать, что эту медаль я завоевала на характере, чем что это было связано с моей подготовкой. Потому как, да, ты прав, незадолго до начала этого турнира у нас был турнир карате-1 в Шанхае, и за 2 недели ровно до этого турнира на тренировке я сломала палец на ноге, и как бы у меня не получалось тренироваться на 100% и готовиться к европейским играм, ну, вот как привычно, усиленно для меня. Потому что мне нужен был щадящий режим, и мне нужно было все-таки в первую очередь заботиться о том, чтобы вообще, чтобы я могла там выступить, а потом уже о том, как бы моя форма не терялась, грубо говоря, вот такого плана. То есть я не могла набирать. Я просто больше думала, как бы сохранить то, что есть, и не предоставить еще больше вред. І якщо не секрет, які слова знайшов твій тренер Денис Морозов, щоб тебе налаштувати психологічно, щоб ти спокійно підійшла до цих ігор і не зважала на свою травму? Ну, в этот раз, честно говоря, меня не нужно было особо мотивировать, потому что я была мотивирована тем, что у меня есть очень много побед на турнирах этого и прошлого года. И у меня есть первый номер рейтинга, но у меня не было медали с этого чемпионата Европы в индивидуальной категории и с чемпионата мира. И поэтому моя мотивация была настолько высока привести медаль с этих игр, что мне не нужно было ничего говорить. Я достаточно была сама сконцентрирована на этом. И я туда поехала явно не проиграть. То есть я только думала о том, как бы, дай Бог, выиграть медаль. Вот так я думала. Дякую. Ми ще більш докладніше саме про фінал ще поговоримо. Хочу запитати Юрія Івановича. Ми знаємо, що окрім срібла Анжеліки Терлюги, також досягнення Одеської області – це золото Аніти Серьогіної. І так вийшло, що ці дві нагороди стали єдиними серед представників саме Одеської області на європейських іграх. Взагалі виїхало 10 спортсменів з нашого міста, і дуже приємно, що саме з карате привезли медалі. Наскільки це досягнення для вашої федерації, для взагалі для розвитку карате в Одесі, в Одеській області? Ну, ми знаємо також, що Микола Буценко виграв також срібло у боксі, але він виступав, на жаль, за Харків. І також Ірина Зарецька виграла також срібло, але вона, на жаль, виступала за збірну Азербайджану. Тобто в нас по факту дві медалі. Я прежде всего хочу поздравить Анжелику Терлюгу и Аниту Серегину, которая сегодня нет, она сегодня на соревнованиях на молодежной премьер-лиге. Я гадаю, мы еще в Хорватии. Да. Я хочу поздравить их действительно с высочайшим достижением, потому что европейские игры, насколько вы знаете, проходят раз в 4 года. Это вторые европейские игры. Первые состоялись в Азербайджане. И хочу подчеркнуть то, что украинская сборная 4 года назад стала 8-й в общекомандном зачете. А в этот раз наша сборная, благодаря нашим девочкам, в том числе, в последний день мы обошли итальянцев и стали, украинская сборная стала 3-й сборной, то есть 3-е общекомандное место, и по количеству золотых медалей у нас уже 16, а в прошлый раз было 8. То есть я хочу сказать, что Украина в этом плане
подвинулась на огромный шаг вперед, и мы так, сегодня нас, стоим на пьедестале почета. Выпрыгнули лише Россия та Беларусь, да. А взагалі каратисты взагалі украинские здобули 5 нагород, так? Да, 5 нагород, 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. И хочу сказать, что сборная Украины по карате стала третьей в общекомандном, неофициальном общекомандном зачете среди всех сборных по карате, которые участвовали на этих играх. Это тоже огромное достижение. Я скажу так, что Стас Гаруна победил вообще первый номер там мирового рейтинга и мирового лидера. Это Азербайджан Сагеев. Это там, вы посмотрите только фотографии, насколько был разочарован этот человек и как Стас его обнял на пьедестале почета. Это, наверное, все-таки, знаете, такая уникальная фото. И хочу сказать, что действительно то, что вы говорите, две медали сегодня привезены нашими спортсменами, это все-таки в нашей федерации, Федерация карате Одесской области. Я хочу поблагодарить, это общая награда, сегодня, к сожалению, нет в студии, он занят, Алексея Хаханца, тоже президента нашей федерации. Вот, всех тренеров Дениса Морозова, Александра Тонкошкура. Это личные, персональные тренеры наших спортсменок, наших прославленных звезд. И я абсолютно уверен в том, что девочки завоюют лицензию на Олимпиаду 2020. И не просто завоюют, я абсолютно уверен в том, что они станут олимпийскими чемпионками. Вы знаете, я не хочу быть пророком, но перед этими играми, в четверг за 3 дня я сказал, что и Анжелика, и Анита выйдут в финал. Вот хотите, говорю, верьте, хотите, нет. Еще даже тем более подготовил, вы знаете, да, такой там небольшой сюрприз. 2 футболки я сказал, что в воскресенье я их надену, потому что они обе будут в финале, и они это сразу увидят. Так и вышло. Вот. Каким-то своеобразным талисманом. Талисман команды. Так и называют меня, кстати. Ну и как член правления Украинской Федерации карате, я хочу сказать, что этот год юбилейный для нашей Украинской Федерации. 10 лет в этом году мы отпразднуем. Я думаю, это будет красивое действие, в котором мы вспомним всех тех, кто стоял у истоков карате, всех нынешних спортсменов отметим и достойно отметим. И я думаю, что мы вас пригласим в Киев на НСК Олимпийский, там, где будут проходить эти торжества. И я думаю, что ваша телекомпания увидит и, наверное, первая возьмет интервью и у президента, и у звезд нашего отечественного карате. Потому что действительно украинская карате вышла абсолютно на высокий уровень. Я хочу также поблагодарить президента Федерации карате Сергея Левчука, потому что те инновации, инновационные проекты технические, и которые у нас сегодня внедряются в нашей федерации, это к нам приезжают даже принимать опыт другие президенты федерации. Когда я вот был перед Киев Open на президии федерации, то к нам пришли даже президенты других федераций перенимать опыт, как мы сегодня в федерации ведем свою работу, как мы ведем работу со спонсорами. Вот, то есть у них, они уже даже спрашивают у нас и перенимают опыт. Поэтому, дуже дякуємо також за запрошення. Все ж таки повернемось до теми самих змагань і щодо фіналу. Вчора, коли ми спілкувалися з тренером, з Денисом Морозовим, він так, аналізуючи цей бій з болгаркою Гарановою, розповів, що в тебе є свій стиль, Анжеліка, що ти завжди йдеш в атаку і проводиш бій як перший номер, і дуже яскраво проводиш бій взагалі. Але, мабуть, в той час, коли рахунок був 3-1 в твою користь, мабуть, ну, за думкою тренера, варто було трошки зупинитися та трошки все ж таки, щоб втримати перевагу. Як сама вважаєш щодо тактики? Що можна було змінити в той момент? Щоб не пропустити удар на 3 бали, щоб потім на останніх секундах бою не потрібно було проводити вже цей коронний удар у Рамаваші, так, удар п'яткою з розвороту, який, на жаль, не зарахували судді, хоча це дуже таке суперечливе рішення, це на мій власний погляд. Ну, можна було поміняти багато, взагалі, в принципі, можна було поміняти бой. Но если все было так легко, было бы так неинтересно. Ну, я не знаю, мне как бы, честно говоря, на этот
вообще тему, тяжело что-то сказать и прокомментировать. А очень многие люди после этого постоянно меня спрашивают, почему проиграла, почему проиграла. Да, честно, ребят, если бы я знала, почему я ее проигрываю, я бы не проигрывала больше. Ну, да, правда? Точно, да. Поэтому если я бы знала, в чем проблема, я бы эту проблему уже давным-давно бы исправила. Сейчас, ну, я не могу сказать, что мне нужно менять и что мне нужно делать. У меня есть тренер, который занимается анализом, тактикой, который занимается моей физподготовкой, который занимается вообще в целом полностью моей подготовкой. И я считаю, что она, это для меня большая проблема, потому что 3 раза подряд я еще никому не проигрывала. Значит, соответственно, он должен уделить этому особое внимание, и мы довольно-таки часто стали пересекаться за последний год, и я надеюсь на то, что он найдет какой-то подход и что-то исправит и придумает для того, чтобы мы могли как бы в противовес сделать для него какой-то такой сюрприз неожиданный, чтобы потом я, ну, все-таки могла у него все время выигрывать, потому все что мне это уже надоело. Все ж таки, в захист тренера скажу, що під час бою він не міг бути секундантом і знаходився досить далеко від самого татамі. На этот бой я вообще не слышала своего тренера. Тобто раніше у вас цей контакт був завжди налагоджений. Тобто його підказки з трибун можна було почути та якось виправити ситуацію. Цього разу він не міг достукатися словами. Можливо, якось потрібно нову якусь методику такої взаємодії між тобою та тренером знаходити для наступних боїв. Можливо, якісь знаки. Як сама вважаєш? Ну, які знаки? От, ну, представь собі ситуацію, там були повні трибуни людей, чоловік, і у мене бой йде 3 хвилини, і кожну секунду там щось міняється, рішається. Це важко. 250 тисяч ударів з моєї сторони, з її сторони, і все це, ну, я ж не якийсь там вундеркінд, або там, я не знаю, люди з X-менів, які можуть зупинити час, замедлено повернутися до своєму тренеру і сказати, що зараз робити, тренер? А він мені таке показує, така, окей, нажимаю кнопку, і далі, да, швидше час, скорість. Мабуть, у вас є змодельовані ситуації, тобто план Б, якщо бій розгортається в такому разі, чи навпаки, якщо ти ведеш рахунку, чи якщо потрібно якось різко змінювати ситуацію, і якщо ти раніше вже зустрічалася з цією принциповою суперницею, тобто ти вже помічаєш її стиль також, знаєш її слабкі місця, і чи ось це, чи могло це допомогти? Я не знаю її слабких місць, в цьому проблема. Я каждый раз с ней дерусь, и я пробую на ней все, и то, что у меня получилось в нее попасть, это и один, и второй раз, это было вот у Ромаваши, получается, но я не считаю, что это ее слабое место, потому что это моя коронка, как бы, и я ее делаю хорошо. Ее слабое место, я не знаю, в чем оно. У нее хорошая защита, она очень неудобная соперница, она очень жесткая, она хватает, очень сильно бросает, и мне не удается устоять на ногах. Она знает, как уйти от боя, она очень сильно бьет там йога-гери, когда у нее там есть преимущество, выигрывает, когда на мире я с ней раз пыталась отыграться, но она меня так сильно ударила, что я просто упала, и я думала, что мне ребро там сломало. То есть, если бы у нее были слабые места, их было бы очень много, этот человек не стал бы чемпионкой Европы по молодежке, вице-чемпионкой мира по молодежке, третьей на мире сейчас по взрослым, третьей на Европе сейчас по взрослым, и она бы сейчас не выиграла Европейские игры. В будь-якому разі для нас саме Анжеліка Трилюга – це герой цих європейських ігор, а також Аніта Серьогіна, звісно. Тому що, ну, по-перше, ти піднялась, наскільки я знаю, на 2 місце вже в світовому рейтингу. В олімпійському рейтингу. І ця медаль також наближує тебе, дає якісь додаткові поінти, бали, щоб олімпійська ліцензія була ще ближче. Які зараз плани, над чим будеш працювати, який відпочинок плануєш? Что, когда снова сможем тебя побачить на татаме? Ну, во-первых, да, сейчас я буду отдыхать месяц, у меня заслуженный отдых. Потом соревнования следующие стартуют у нас в сентябре, это будет премьер-лига в Токио. Этот сезон я провела в плане карате-1 турниров достаточно хорошо. У меня уже есть 3 золотые медали, 1 серебро, то есть 4 финала. И мне осталось еще 3 турнира. Если я на них выступлю хорошо, я получу звание гранд-винера этого года, что было бы тоже
достаточно хорошим завершением этого года. Я, для можливо, меня было бы это приятно. Грин-карту, можливо. Нет, это никак не влияет на грин-карту, но вот эти турниры, они дают мне баллы, и выиграть один раз премьер-лигу — это то же самое, что выиграть континентальный турнир. Угу. Что касается рейтинга, есть актуальный всемирный рейтинг, на нем я нахожусь на первой позиции, и так случилось, что уже третий год я нахожусь на первой позиции, и у меня есть неплохой отрыв от второго места. И есть определенный у нас другой рейтинг, олимпийский. В этом олимпийском рейтинге сейчас на данный момент я занимаю вторую позицию, но там небольшой отрыв совершенно. То есть каждое соревнование может все поменять. На первом месте турчанка, которая выступает в категории минус 50 килограмм. Но в олимпийском рейтинге, ты знаешь, там соединяется. Поэтому как бы она мне не конкурент, потому что с ее категории два человека могут быть, и с моей категории два. Мне самое главное — быть в своей весовой в олимпийском рейтинге первой или второй. То есть если брать сейчас, я как бы первая из 55 килограмм в олимпийском рейтинге. Но отрыв небольшой, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно тренироваться, готовиться. По поводу моих соперниц, несмотря на то, что я третий год первый номер рейтинга, у меня есть титулы за спиной и звания, я уважаю своих соперниц, особенно те топ-10, которые находятся в моем листе, ну скажем, в этом рейтинге. Каждая из них чемпионка какого-то своего континента, либо брала медали на мире, либо опытная брала медали на премьер-лигах. Я уважаю абсолютно каждую, и каждая особо у меня есть подготовка, отношения, стараюсь изучать их и стараюсь каждый раз чем-то удивлять и готовиться на них ну, особо тщательно. То есть я не расслабляюсь, у меня нет такого, что я приезжаю на соревнования, такая: а, ну понятно, я тут первая, я буду первой. Нет, никакого тогда нет уверенности, я всегда... Ми завжди так будемо вболівати, підтримувати. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Дякуємо за такі медалі, за такі нагороди, успіхи. Тому що насправді завдяки одеському карате в нас, у одеського спорту, є нагороди з європейських ігор. Офіціальні і саме закріплені за Одесою. Сьогодні в нашій студії срібна призерка європейських ігор в Мінську Анжеліка Терлюха. Бажаємо тобі в подальшому успіхів, тільки перемог та щоб без травм все було головне. Будемо тримати кулаки. Дякую. Також в нашій студії сьогодні почесний президент Одеської обласної федерації карате Юрій Бузько. Дякуємо. Дякую. Сьогодні ми підбивали підсумки європейських ігор. Мене звати Дмитро Богомолов. Ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.